По плечи на свет появился, он еще не совсем оперился, а уж споры звучат, не смолкая, как назвать малыша попугая. Галатей, Прометей или Даня, Галилей, Бумалей или Ваня, может, Броня, а лучше Тимур. Попугай закричал: «Караул! Нет, 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 это имя плохое. Нет, 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 я хочу не такое. Нет, 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 я хочу другое. Назови меня Леопольд». Вся семья потеряла терпение, не приходит к единому мнению, и с тех пор возникают раздоры, не смолкают дебаты и споры. Может, Тоша, Арнольд или Проша, или, скажем, Изольд или Гоша, назовем нашу лапочку Фиди, может, Пусиком, Тузиком, Петей. Хочу другое, назовите меня Леопольд. Нет, 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 это имя плохое. Нет, 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 я хочу не такое. Па-вау, я хочу другое, назовите меня Леопольд. Назовите меня Леопольд. Анастасия Рогинская. Песня «Старый рояль». Только фуги, он весь дрожит от страха.
А следующая номинация – вокал «Народный ансамбль». Вокальный ансамбль «Зреница». Народная стреловая песня Брянской области. «Я взойду на горку». Друзья, вот так вот пролетели 14 ярких, уже 14 ярких номеров, осталось всего 135. Следующая номинация – вокал-эстрадный ансамбль, образцовый художественный коллектив, детский вокальный ансамбль творческого объединения «АТАС». Песня «Прекрасная маркиза». Как я в отъезде, ну как идут у вас дела?
одного печального сюрприза. За исключением пустяка, пустяка. Так ерунда, пустое дело. Кобыла ваша околела. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Уа-па-па, уа-па-па. Волва Мартель, ужасный случай. Моя кобыла умерла. Какой кошмар, скажите мне, скажите ей. Поверну куче. Какая-то смерть произошла. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо, как никогда. О-ля-ля, чему скорбеть от глупого сюрприза? Ведь это право, ерунда, ерунда. Кобылы что? Пустое тело. Она с конюшнею сгорела. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Уа-па-па, уа-па-па. Мутится разум, какой неслыханный удар. Какой удар? Скажите мне, скажите ей всю правду разом. Когда в конюшне был пожар, пожар. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, хороши у нас дела. Дела, но вам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла. Сгорел ваш дом, ой, конюшни вместе. Ой, добывала все поместье. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Уа-па-па, уа-па-па. Ло-ло-лука, сгорел наш замок. Ах, да чего ж и тяжело. Я не всегда. Ну что сказать? Мы скажем прямо, как это все произошло. Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что разорил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза. Сбежал от вас вот в тот же час. Схватил он вещи и ключи, но опрокинул две свечи. Попали свечи на ковер и забыла он как костер. Погода ветреная была, ваш замок выгорел на два. Огонь и сайбу всю спалил, а с ней конюшню охватил. Конюшня закрытая была, а в ней кобыла замерла. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Продолжаем номинацию «Вокал эстрадный ансамбль». Образцовый коллектив, вокальный ансамбль «Радужка». Песня «Потому что мы пилоты».